Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, ребятки, поделиться с вами буксом. Свежий новый букс по криптомонете Solana. Запустили букс. Эта монетка есть на Bowser Pay. Также, если мы перейдем на CoinMarketCap, видим, стоит она $200. Также она есть на бирже. Много, да, бирж? Выбираем любую. Вот. По регистрации. Email, username, два раза пароль, разгадываем капчу, нажимаете регистрация. На почту приходит письмо. Подтверждаете адрес электронной почты, так как если мы не подтвердим, то нам вывести не дадут монетки. Понимаем это, да? Код по логину, по имейлу и паролю. У меня высвечивался логин, чтобы сохранить. Попали в кабинет. У меня на балансе 120 токенов. Это я посидела как бы немного на кране. Минимальный вывод отсюда от 500 токенов. Видим. Вот если мы... Вот у меня 120, это сколько? 1158 вот этих сол монеток. Если минималка 500 токенов, сколько это будет? Видим, да, сразу конвертируется. 4827 вот этих сатош Solana. Вот. Давайте теперь пройдем по вкладочкам. Это наша домашняя страничка. Как бы все, наша статистика. Далее вкладочка идет рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Это у нас что? А здесь статистика идет. Понятно. Здесь у нас идут как бы достижения. Вот. Нужно сделать. Тут у меня пошло достижение. Вот я говорю, я на кране посидела. 4 клейма сделала из 25. Автокран. Автокран доступен тогда, когда мы просматриваем короткие ссылки. Вот, можно. Есть, бывают адекватные короткие ссылки, но есть такие, боже упаси. Можно попробовать, конечно. Я не люблю я эти ссылки короткие. Ладно. Просто кран есть. Вот я сидела. Можно делать 30 клеймов в день. И дает 32,5 токена. Все просто. Разгадываем капчу. Значит, 2, 5, 10. 2, 5, 10 антибот и разгадываем капчу. Кликаем. И 32,5 токена нам дали. Идет вот отсчет таймера. Можно через 5 минут опять собирать. Короткие ссылки я вам показала. Рекламки здесь не так много. Но если мы пройдем на кране вот этих, то минималку можно набрать. Кликаем на рекламку. Идет отсчет таймера. Давайте подождем. И разгадываем капчу. И сколько? Одна капча, рекапча. Кликаем на зеленую вкладочку. Возвращаемся. 45 монеток засчиталось. Окей. И таким образом все рекламки мы просматриваем. Лотерею я не захожу. Но здесь остальное нам ничего не надо. Это реклама. Депозит нам не надо. Трансфер нам не надо. Профили ничего такого нет. Если только изменить пароль. Ну и история здесь. Что у нас? Так.
по истории. Здесь ничего нет. История вывода у меня еще нет. Как бы. Наберу монет минималку, и я обязательно запишу видео. Возможно, сегодня позже, а возможно и завтра. Ну как-то так. Букс хороший. Монетка еще лучше. Вот. На этом, в принципе, и все. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Всем удачи, всем пока.